Эй, всем привет, дорогие зрители и обычные обыватели Ютуба! Добро пожаловать на новый ролик по игре «Растения против зомби 2», либо же «Plants vs. Zombies 2 часть». Продолжаем играть, значит, что же у нас там во времени приключений, боже мой! Как давно у нас не было второй части, дорогие друзья! Ровно месяц почти прошел с последней серии, значит, время приключений... Близимся мы уже к финалу, дорогие друзья. Потихонечку проходим Modern Day, последний мир. Всем приятного просмотра. Опять же, значит, остановились мы на 22 уровне. И что же мы сегодня будем получать? Новое растение. Ну и, конечно же, дойдем. Ну, примерно, смотри. Значит, тут у нас зомбос, боже мой. У него аж 3 уровня получается. Значит, дойдем вот, ну, до уровня, так, 28-го, может быть, сейчас посмотрим, как пойдет, опять же, дорогие друзья, потому что здесь уже самый настоящий хардкор для второй части. Так, окей, так, о, пацаны, короче, Пенни, у нас тут будет вот эта пересадка растений, да, говорит пользователь Дэйв. И вот она, вот эта вот рулетка с растениями. Давай, короче, попытаемся это пройти потихонечку. Так, вроде у нас уже встречался этот уровень в растениях против зомби. Так, отлично. Сейчас мы быстро все это зарешим, дорогие друзья. Тут, в принципе, делать-то толком нечего. Вот, главное правильно сопоставлять растения и всякое такое. Вот, например, здесь можно устроить засаду. Так, отлично, пока все вообще идеально идет по раскладке и перетусовке растений. Так, вот здесь можно, отлично. Так, вот здесь можно грибок пододвинуть. Так, хорош. Так, здесь выпала комбо. Так, здесь можно вот тут капусточку пододвинуть. Так, здесь горохострел. Великолепно, ё-моё, дорогие друзья. Давайте сразу арбузяху возьмем здесь. Так, окей. Так, погоди-ка, погоди-ка. Ага, вот здесь можно. Хорошо, так, арбузяха поехала. Арбуз у нас прям реально мощный. У него какой там уровень? Блин, я проглядел. Ну, короче, у него уже серебряный уровень, и он стреляет вот такими аж патронами необычными. То есть, как бы арбуз с подсветкой. Такой красный, вау. Представляю, насколько он сочный. Блин, вот сейчас самое лето, арбузик можно какой-нибудь покушать. Веселенький. Так, ну опять же, чтоб был сладкий. Так, окей, давай, короче, потихонечку. Тут уже больше половины у нас набрано, совсем чуть-чуть осталось. Так, вот здесь, отлично, вот здесь можно. О, хорош, хорош, грибочки пошли, пошли. Так, так, и там дед поехал. Так, все. Ну, с арбузами можно вообще не волноваться, дорогие друзья. Здесь прям все идеально. Так, окей, окей, вау-вау-вау-вау-вау. Хорош, 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 хорош. Так, что у нас тут? Давай вот тут. О, блин, арбузовая катапульта поехала по максималкам. Так, и все, мы проходим этот уровень, дорогие друзья, и едем дальше. Ну, в принципе, он был легкий. Так, до доктора зомбоса осталось чуть больше половины. Так, next level. Так, сейчас пойдут какие-то прям жесткие уровни, я чувствую. Я прям это предвкушаю, дорогие друзья. Так, окей. Так, теневое растение Гримроуза, пользователь Дэйв. Она спускает зомби с линии и, короче, что-то такое делает. Окей, я так понимаю, она любит самый настоящий хардкор. Пользователь Дэйв. Да, возможно, она любит хардкор. Вот, вот это растение. Да, вот оно, Гримроуз. Так, зомби под наркотиком... Ага, это растение вот так, что вот такое вытворяет, вау. Ё-моё, дорогие друзья, да сейчас будет вообще мега круто. Так, давай-ка, короче, посмотрим по раскладочке. Так, это пригодится, 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 все вот это пригодится, поехали. Так, Гримроза, вау.
Я как припоминаю, оно однажды у нас встретилось, дорогие друзья, в режиме арены. Но я уже не помню, что оно делает, так что давайте смотреть. Вот как раз чертенята идут вовремя. Так, ну-ка. Чё? Офигеть, ё-моё! Вот эта тема, дорогие друзья. Так, вот теперь главное нам сейчас тут вовремя поставить еще всякие разные растения, которые будут стрелять, и сейчас вот удалят этого, блин. Эй, стой, он как-то не в тему. Так, Гримрос, давай действуй. Давай действуй, родная. Блин, ну... Черт, мне кажется, что что-то тут не так. Так, ладно, давай, короче, вот Бонкс Чоя поставим. Я точно знаю, что он сейчас все сделает как надо. Давай. И вот этого дурака, все хорош. Так, сейчас удалим отсюда. Блин. Так, Гримроза. Так, давай, хоп. До свидания. До свидания, зомби. Серфер. Ты нас так достал, я помню, в одно прекрасное время, когда мы проходили еще режим... Режим... Кого ж там был? Режим-то, боже мой, вот, мира волн, короче, так, давай Гримрозу сюда. Срочно, ой-ой-ой-ой-ой, так, ну-ка, давай-ка, хоп-хоп-хоп, отделываем. Хорош, так, я что-то забываю про подсолнухи, дорогие друзья, что-то мы как-то... А бы как тут сражаемся? Вот нам нужно и вот здесь вот это поставить потихонечку. Так, давай. Только вот с Бонкс Чоем вот сейчас опасно. Вот опасно этого. Деда, устрани. Деда, есть, хорошо. Так, спокойно. Блин, что-то зомби прибывают в каком-то очень нехорошем количестве, дорогие зрители. Так, предлагаю использовать вот эту вещь. Давай, сейчас она всех отделает, это прекрасная, да, кактусиха. Так, стой, там летит, блин, Гаргантюа, боже мой, я ж про них совершенно забыл, дорогие друзья. Так, ну ничего, сейчас мы тебя сделаем, мой дорогой друг. Так, боже мой. Так, хватит жестить, боже мой, давай, короче, здесь... Бонкс Чой, хоп, давай ему! Все, Гаргантюа в нокауте, дорогие друзья, и остальные зомби тоже. Так, проходим и получаем Гримрозу. Великолепно, красивое растение, очень загадочное, очень прикольное. И у нас пиньятка. Давай откроем, посмотрим, что у нас здесь. Ух, нифигашечки, совсем чуть-чуть осталось, дорогие зрители, и мы сможем улучшить это растение. Давайте я сейчас загляну в справочник, и там вроде могут быть пиньяты. Как раз выбьем улучшение. Оу, так. Я буду ходить по плиткам, типа, пользователь Дэйв говорит. Так, так, это очень опасно, пользователь Дэйв, это будет супер веселье, оу, наша команда, короче, справится, типа, о боже мой, о черт, смотри, кто там, посмотри, там чертенёнок, футбольный чертенёнок, это такая редкость, дорогие друзья, боже мой, как приятно его встретить, но опять же, давайте сейчас заглянем в справочник, так, подожди, exit to map, так, и сейчас, короче, так, откроем пиньятки, я все-таки хочу выбить какое-нибудь улучшение, так, все готово здесь, так, погоди-ка, где-то же вот, смотри, тут заданки, и вот как раз вот нам пиньятки, давай-ка сейчас все откроем. Так, и точно здесь должно быть улучшение на Гримрозу. На Гримрозу срочно должно быть улучшение, дорогие зрители. Так, кактус хорошо сейчас прокачаем. Так, окей. Так, ядовитый теневой гриб. Стой! Это все? Не-не-не-не-не-не-не, я ж хотел на Гримрозу улучшение. А, окей. Так, вот это другое дело. Так, игра, давай не прикалывайся. О!
Есть! Все отлично! Ой, нет, стой, я перепутал это! Это брат Гримрозы, черт! У них лица похожи. Они реально чем-то между собой похожи, дорогие друзья. Блин, пожалуйста, Гримрозу. Да не надо на этого, не надо, нам нужна Гримроза. Да не надо на лунный цветок, ну что ты делаешь? Игра, давай, пожалуйста, не разочаровывай. Блин. Увы, дорогие друзья, но Гримроза остается без улучшения, к сожалению. Ну хотя у нас там в будущем сейчас будет пиньятка, и если мы вот допрем до следующих уровней, то в принципе, ага, там тоже пиньятка. Ладно, давай сейчас улучшим. Кактусиху будет клево. Вот реально, сейчас будет реально клево. Так, хорошо. Окей, так, где эта кактусиха? Вот она. Так, апгрейд, дорогие зрители. Так, continue. Так, где же ты? Кактусиха, вот, отлично. Так, предлагаю какое-то растение заменить, хотя, вот нам все здесь нужно, дорогие друзья. Вот реально, все здесь нужно. Так. Можно взять, в принципе, цветок. Мы его в прошлой серии выбивали, то есть открыли за счет кристаллов, да, или ядовитый гриб все-таки взять. Что же нам взять-то такого? Окей, предлагаю, дорогие друзья, ядовитый гриб в этом уровне использовать. Будет круто. Так, как сказал серьезный Сэм, это будет круто. Таким, знаешь, брутальным голосом это сказал. Так. Ну, я думаю, хоть кто-то да из вас, наверное, проходил серьезного Сэма. Так, окей. Хорошо. Поехали, первые солнышки. Так, вот сейчас нам надо постараться не опростоволоситься, дорогие зрители. А как-то вот так нормально выставить все растения. О, блин, ну вот почему ты так не в тему летишь? Вот давай, грибок, пожалуйста, сработай. Да ёпарасоте. Вот понимаешь, вот хитрый зомби и все. Вот просто он думает, что он хитрее всех. Так, окей, ладно. Там тебя подождет этот Гаргантюаха. Гаргантюаха я назвал Бонгсчоем, сори. Я что-то вообще запутался чуть-чуть. Ну, типа, это свойственно при прохождении, знаешь, это вот... типа, ты говоришь, а вот совершенно о другом думаешь, как бы вот не проиграть этим всем зомбачам. Так, окей. Так, давай, к чертенёнка, блин, он такой крутой. Но его полностью сожрала Гримроза. Короче, вот так вот. Так, отлично, и этого устранило, блин, ну это за великолепное растение. И, кстати, дорогие друзья, боже мой, что за хрень? Черт, что произошло? Офигеть! Я, короче, сам сейчас не понял, но что-то произошло, дорогие друзья, что-то крутое. Так, ай-яй-яй-яй-яй-яй, Бонгсчой, давай, сделай этих зомбачей. Так, хорош. Так, короче, вот тут зомби с газетой надо попридержать немного. Да ё-моё, хватит этого чертенялу туда, блин, засовывать. Боже мой. Ах, так, давай. И футбольный зомби прям сюда летит. Все, готово. Готово. Так, ну вот, ну что за дела-то? Что за дела творятся, дорогие зрители? Какая-то жесть. Стой, я не успеваю, боже мой. Так, вот понимаешь, я пока расстановку растений делаю, уже все, последняя волна нахлынывает и начинается полная жесть. Так, окей, давай-ка здесь Бонгсчой, это тут что-то как-то погрызульки какие-то ходячие. Так, вот тут опасно, дорогие зрители. Ага, все, готово, и мы проходим... Этот уровень великолепно. Дорогие друзья, это предпоследняя серия. Это предпоследняя уже серия растений против зомби 2. Все-таки очень не хочется прощаться с этой игрой. И в будущем
Если так получится, то мы можем проходить какие-нибудь моды на эту игру. Будет очень-очень весело. Окей, давай next level. Все-таки, вот сегодня, вот сейчас мы вот получили последнее растение. Все, последнее растение. Представляешь, последнее растение это была гримроза. О, это еще что такое? Боже, что за фигня? Это что? Зачем? За что так? За что так бедных растений? Так, ладно, давай посмотрим, где будут эти зомби. Ага. Ага. Так, хорошо. Окей. Я так понимаю, эти бассейны, это типа спуск в этот... Вот сюда. Как бы... В одну линию они типа будут идти. Так... Окей, давай, пушечки здесь организуем. Бам, бам, все готово. Так, окей, давай-ка здесь вот это, хотя вот... Ах, черт, ты посмотри, защитился газетой. Этот хрен, так, аккуратно. Главное, чтобы устранили. Так, давай, бах, все, выносим толпуху. Так, великолепно. Так, зомби-пираты, блин. Как я с ними давно уже не встречался, дорогие зрители. А, сожрал. Так. Но это не беда, дорогие друзья. У нас есть еще одна пушка. Так, давай, хоп. Так, отлично. Так, стой. Так, всем масло, ё-моё. Так, давай-ка здесь... Вот так. Давайте, работайте, блин, свеклы. Вы должны устранить этих зомбаков. Так. Ага, готово. Так, вот тут проблемка. О, черт, птица Додо, боже мой. Давно не виделись, птичка. Черт, а этот дебил с лопатой, боже мой. Да что за хрень здесь творится? Так, давай, бам! А, черт! Дед, смотри, что он творит! Смотри, что дед вытворяет! Так, короче, давай возрождаем, так, и давай, мегабас! Хорош, так, зомби-панк, ё-моё! Так, окей, давай-ка здесь наставим морковок. Блин, это жесть! Все, готово. Давай, последний. Ну, последний уже, давай. О, кстати, а как он там оказался? Смотри, ё-моё. Офигеть, я потом в монтажке пересмотрю, как этот гриб вообще там оказался, потому что я вообще не понял, как. Прикольно, телепортировался. Так, ну что же у нас дальше, дорогие зрители? Пиньятка, я вот сейчас надеюсь, что на гримрозу выпадет. Давай, гримроза, так. Скрещиваем пальцы на удачу. Так, гримроза, давай прошу тебя. Да ё-моё, нет, это не то. Не то игра. О, да, yes, да. Ура, все, дорогие зрители, сейчас мы сможем улучшить по максималочкам гримрозу. Ну, хоть на один уровень, но это уже будет прогресс. Все-таки хочется посмотреть, как она будет работать в улучшении. О, черт, боже мой! Боже, еще и динозавр к тому же в подарок. Так. Окей, гримрозу. Так, ищем. Где-то она здесь. Так, вот, кстати, можно мятку взять, в принципе, ради интереса. Так, да где эта гримроза? Вот она. Все, давай, 5000 лучших монет, боже мой. Улучшение стоит, офигеть. Но оно того стоит, дорогие зрители. У нее аж третий уровень, с какого-то фига третий уровень, боже мой. Дорогие друзья. Вау. Так, ну все, сейчас будет реально классно. Так, значит, мы что-нибудь сейчас возьмем такое прикольное. Так, мятка нам пригодится. Так, какие там улучшения? Так, вот это загогулина. Так, ага, так, у нас есть загогулина с этой. Мятка, все, в принципе, погнали.
Вот реально, сейчас вот только Бонкс Чой, дорогие друзья, брать, потому что остальное вообще, так сказать, очень, знаешь, оно типа такое вот, как бы есть шансы с проигрыша, вот с Бонкс Чоем вот как-то вот шансы на выигрыш повышаются. Три волны, ё-моё, боже мой. Так, ладно, сейчас, короче, попытаемся, дорогие зрители, устранить этого зомбака. Так, давай-ка, короче, сейчас сразу Гримрозу, ага. О, черт, с фортепиано бежит с фортепиано, там уже этот придурочный. Так, Гримроза, я тебя прошу, что-нибудь сделай. Офигеть, целое фортепиано засунул в свой портал, ё-моё. Ну, вот это классно. Вот это классно, дорогие зрители. Так, сейчас вот этого быстренько баблгаму устраним, ё-моё. Хитро вам. Так, вот только вот сейчас защиту бы нам уже организовывать, потихоньку ставить. Чёрт, динозавр, блин. Динозаврих, пошел к черту, есть, все так. Отлично. Блин, все-таки Гримроза временная, но она может. Она может. О, блин, толпа, блин, Майкл Джексонов из будущего. Ё-моё. Ну, ёшкин кот, ну, что за фигня-то такая происходит-то здесь? Не-н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 е, стой, ты не должен пройти, блин. Нет, черт. Там же еще целая толпа с Гаргантюа сейчас с рокерами пойдет. Так, господи, удалите эту хрень. Так, короче, я предлагаю сразу Гаргантюа сейчас в ой, фу, какого Гаргантюа? Бонкс Чоя закинуть в толпу. Почему я его хочу в последнее время Гаргантюа называть? Наверное, он просто по силе мне напоминает Гаргантюа, вот и все. Давай уже. Так, короче, я просто мяту хочу оставить, вот знаешь, на самый такой крайний случай, когда вот реально все будет жестко и очень непонятно. Так. Это вот почти вот будет прямо сейчас, дорогие друзья, да. Подступает волна, блин, жести. Так, давай-ка сейчас сразу. Так, давай посмотрим, как Гримроза будет работать с мятой. Так. Так, давай, действуй. Офигеть, хорош, ну там проблемка. Гаргантюа, блин, выплясывает. Так, давай. Ну, давай, боже мой, он еще не дохнет. Он еще и к тому же не дохнет. И там целых два. Ну, слава богу, они идут по такому месту, где, короче, газонокосилки. Это хорошо. Так. Вот главное здесь, дорогие друзья, это фортепиано устранить, потому что это жесть. Это жесть, реально. Так, давай. Фортепиано, сдохни уже там. Боже мой. Давай, есть. Хорош. Так, давай, Бонкс Чой, давай. Рокер хренов, блин. Так, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как нехорошо-то здесь все идет-то вот в этом месте. Давай, Гаргантю, этого уже. Давай, туда-сюда его, туда-сюда. Давай. Боже мой. С двух сторон, дорогие друзья, с двух сторон, боже. Так. Окей, все готово, боже мой. Фух, это 26 уровень. Окей. Так. Давай еще два уровня запилим. До 28-го все-таки дойдем. Так, next level. Дорогие друзья, что же нас там дальше ждет? Боже мой. О, так, раскладочка. Ну, хоть здесь мы немножко передохнем. Сколько нам? Сотку надо набить. Хорошо, погнали. Это сделаем по-быстренькому. По-быстренькому постараемся это сделать. Так, окей. Окей, так, здесь орешек смог. Так,
чисто мем-паровозик, который смог. Ё-моё. Так, окей. Хорош, хорош, хорош. Так, давай-ка. Высокий орех. Я не знаю, тут какие зомби у нас пойдут, дорогие друзья. Так, окей. Окей, хорош, хорош. Так, 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 так. Ну что, 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 что? Почему застряли? Так, отлично. Отлично. Давай-ка здесь. Здесь, ага. Блин, а вот тут... Ага, все готово. Ага. Хорош. Хорош. Сейчас поднаберем солнышек, дорогие друзья. Еще сейчас одно солнышко. Ага, так. И давай, короче, лазерный боб. Чтобы этих зомбачей пробивать насквозь. Вот лазерный боб, он хорош. Так, давай, короче, хоп-хоп-хоп. Давай-ка здесь. Так, отлично. Так, есть здесь орех-то. Ох, нифига, сколько солнышек выпало. Так, классно, 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 дорогие зрители. Так, ага, ага, ага. Так, уже больше половины уровня пройдено. Это очень-очень хорошо. Так, ледяной давай. Так, что у нас тут далее? Ага, готово. Ага, так, великолепно. Так, давай-ка здесь... Так, блин, где еще можно перетусовать? Ага, вот здесь вижу. Ага, о, хорош. Так, ледяной. Так, ну с такими растениями, дорогие друзья, мы быстро справимся. Так, вот здесь можно. И вот здесь можно экстра орех. Так, давай с двойными горошинами горохострел. Так, хорошо. Готово. Так, давай-ка сейчас вот здесь. Угу, так, о, хорош, все, прошли, дорогие друзья, даже незаметно это было как-то. Окей, файт, доктор Зомбос, боже мой. Офигеть, класс. Так, next level, дорогие зрители. Так, хорошо. Давай, на сегодня еще последний уровень, 3000 солнышек, 3000 солнышек, ё-моё, это самая нелюбимая часть, и здесь, боже мой, забрались зомби-старики, конечно же, как же без тебя, блин, Хоттабыч из Средневековья. О, так, ладно, хорошо, хорошо, что у нас, что у нас, что у нас может давать солнышки, как я припоминаю, был золотой боб, но я не знаю, может ли он быть еще здесь? Вот он есть. Мы его возьмем с собой. Так, и давай, короче, в принципе, вот такую команду оставим. Вот реально, вот такую команду оставим. Все. Сегодня у нас Гримроза, дорогие друзья, последнее растение, которое мы получили во второй части. Все, поехали. Так, сейчас вот здесь будем ставить еще. Так, кто там? Уже, слышу, ползет зомбак. И да-да-да, вот он. Ну ничего, ничего, ничего. Сейчас мы пока с бобенкой ему дадим. Так, отлично. Так, и как я припоминаю, окей. Давай-ка здесь. Угу. И здесь вот так. Пусть стреляет потихоньку в него. Так, окей, сейчас сделаем тут максимальную рассаду. Так, ну вот эти бобы, это самое то. Так, давай-ка здесь. Отлично. Так, отлично, отлично, отлично. Так, хорошо, сейчас загрузится еще, дорогие друзья, один бобенок. Так, отлично. Вот, типа, смотри, чем больше, ну, мы, как бы, смотри, ставим вот этого зомбака, то есть ставим растение на этого зомбака, вот, оно не сразу его убьет, но, короче, весь прикол именно в том, что чем дольше оно его бьет, тем больше солнышек выпадает с него, ну, когда зомби под золотым бобом находится. Так, вот это вот мне уже не нравится. Вот это мне уже не нравится. Вот это вот су... Ага, все, привет. Привет, привет, привет. Хрен ты такой. Так, короче, давай-ка сейчас мы быстренько здесь используем вот эту вещь.
тут солнышки поднабрать. Так, до свидания. Так, давай, Бонкс, что, я тебя прошу. Вот сейчас самое то, вот, я поставить здесь и устранить этого с шариком дурака. Так, давай, короче, старик. Да, блин, а, черт, начинается. Начинается жесть. Так, 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 давай, давай, давай. Блин, 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 блин. Так, я что-то тут замешкался. Так, отлично, давай, давай, давай. Мне еще, 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 еще парочка солнышек. Все, дорогие друзья, мы выполнили задание. Так, теперь остается вот сейчас продержаться и устранить старичье вот это. Зомбяцкое, неуклюжее. Так, давай. Короче, здесь вот так, пирата этого. Хорош, так. Отлично, так, вот давай-ка. Ах ты ж, блин, превратил там, превратил все-таки. Так. Блин, 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 и где ставить? Ладно, хорошо, я поставлю здесь. Ага, так, пока он там будет заниматься превращениями. Так, давай, 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 давай. Иди нафиг, блин, а. Пробивает себе дорогу, дорогу пробивает. Ты посмотри, что делается. Так, да иди ты нафиг, боже мой. Так. Давай этого старика, блин. Есть, готово. Все, дорогие друзья, проходим этот бредовый уровень. И все, получаем заветный пакет монет. Есть. Так, значит, мы прошли с 22-го, да? 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, 26-й, 26-й. О, нормально. Нормально так мы справились. Суперски. Ну все, XC2Map, дорогие зрители. Так, что у нас там дальше? Угу, так, 29-й уровень. И все, дорогие друзья. Да, встретимся мы уже в следующей серии с вами. Встретимся мы уже в следующей серии с вами, дорогие зрители, на финальной серии «Растения против зомби 2». А, так, значит, тут у нас ждет тройное такое веселье с доктором Зомбосом. И, в принципе, да, как-то так. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья, не забывайте подписываться на канал, делиться этим видео, ставьте обязательно большой палец вверх, всем удачи, всем бай-бай.